случайно выбрано имя Владимира Карповича Пикалова для того, чтобы она носила бригада. Его вехи, начиная с окончания артиллерийского училища, и в 1945 году он поступил, в 1945 году, в военную академию химической защиты, и в 1952 году я закончил. Человек, который начинал службу в артиллерии, его вехи в развитии войск огромны. Уверен, что бригада не посрамит это высокое звание и будет продолжать поддерживать уровень боевой подготовки на самом высочайшем уровне.